Величавость вековых сосен, покой и прохлада. Терпкий запах нагретой коры. Такой в своей красоте и могуществе пристает природа Корабельной рощи. Всякий, кто побывал здесь однажды, норовит попасть сюда вновь. И нижнякам с Нефтехим охотно идет навстречу желаниям своих сотрудников. Ведь забота о здоровье и досуге работников – один из главных приоритетов акционерного общества. На сей раз поправить свое здоровье приехали 173 человека. Притом для каждого отдыхающего составлен индивидуальный курс лечения. В принципе, у нас все лечение построено на программах. Есть программы для оздоровления сердечно-сосудистой системы, есть программа оздоровления органов дыхания, есть программа для часто болеющих детей, есть программа для, вот, для лиц, которые работают в особо вредных условиях. И вот когда они приезжают, согласно этих программ, мы проводим им лечение. Для этого все есть. Водолечение есть, теплолечение есть, есть галокамера, есть сухие углекислые ванны, есть массаж. Массаж у нас получают практически все. 18 дней спокойствия, тишины и качественного отдыха наряду с обширной программой оздоровления, в которую входит полный спектр услуг. А это ни много ни мало более 15 процедур. Одна из таких – лечение сухим углекислым газом. Со стороны картина похожа на кадры советского фантастического фильма «Голова профессора Доуля». Но шутки шутками, специалисты утверждают, что эффект от этой процедуры действительно фантастический. Сухой углекислый газ воздействует на весь организм, улучшает кровообращение с пальцев ног до головного мозга. При этом расширяются кровеносные сосуды. Помогает при болезнях, ишемической болезни сердца, хронические бронхиты, перенесенные пневмонии, после перенесенных пневмоний, сахарный диабет второго типа, мочеполовая система. После всех процедур и полноценного обеда можно прогуляться по сосновому бору в приятном сопровождении. Белок тут множество, и они почти ручные. Забавные юркие зверьки одним своим видом поднимают настроение. Мне очень понравилось. Я впервые. Очень классно понравилось. Понравилось питание. Очень интерьер красивый, люди очень отзывчивые, очень удобно само вот посещение его, очень приятные люди сами, даже в лечении, очень отзывчивые. По времени распределено, нет толкучки такой, все аккуратно, приятно, приятное лечение, приятное времяпровождение, очень приятно, тихо, спокойно, погода сопутствующая, очень красиво. Я обязательно сюда еще раз заеду и с удовольствием еще посещу этот профилакторий. Очень понравилось, очень. Регина Нурмухаметова, Власть Семагин, N-Media.